чай, а потом молоко. Так как если чайные листы бросят в молоко, они разбухают, и опять-таки ничего толком полезного от этого не выходит. Опять-таки, посмотрите по сторонам, можете заметить, что большинство пальм, они как бы зафиксированы такими деревянными балками, да? Это неправильно. Китай это вообще все неправильно. Что будет возможность попотографироваться, пойдем. Вкусный чай называется Оленюши Восток. Подсветы красные. Оленюши Восток. Правильно. У вас много человек. Я положу чай чуть побольше, чтобы крепкий чай уважали гостей. Если вы дома, только одна ложка больше не надо. Одна ложка чая для вас 4-5 человек. Вы дома можно заваривать такая посуда 7-8 раз, не только один раз. Как правильно заваривать, посмотрите. Я положу две ложку чая, через 10 секунд чай уже готовый. Если вы дома, заваривать чай 1 минуту. Когда чай готовый, обязательно чай и воды отдельно. Нельзя чай и воды долго ставить, это неправильно. Надо чай без воды поставить. Второй, третий раз ходите, еще опять воды завариваться. С утра до вечера, 7 и 8 раз. Называется «Оленюши Восток». Мао Цзэдун, ему самый любимый такой чай. Внутри уже добавите дикой розы, добавите хайнань тропические фрукты из манго, из личи. По вкусу немножко сладкий, хотя сладкий это без сахара, только чистый чай. Манго, личи внутри есть, по вкусу чуть сладкий. Кто голова кружится, мало крова, побольше этой чай. Помешает и неделя, снимает усталости. Особенно детей, побольше этой чай, как напиток. Нету сахара, хотя сладкий. Прямо без воды, с утра до вечера, 7-8 раз. Без воды, в день, с утра до вечера. Чай уже готов, осторожно, немножко горячий. Наши бывшие председатели, Мао Цзэдун, ему самый любимый такой, самый нишный. А, Оленюши Восток. Классный. Мы много не стоит, да? Это хайнань местный чай, зеленый. Такой чай только там дерево растет, не у пустых. Это дикий чай, называется чай долголетия. Сегодня я положу 3 палочки, вегома 1 штук, больше не надо. Тоже без воды, с утра до вечера, тоже несколько раз заваривать. У нас летом очень жарко, они побольше, они зеленые. Хорошо нам чистить печи и для взления. Это чай не у пустых, только там дерево, это дикий чай, называется чай долголетия. Это лечебный чай, называется чай фуджин, это зеленый чай. Только такой чай, воды температура 90 градусов, кроме этого чай фуджин, а остальные чай для фока 100 градусов, только такой 90 градусов. Называется чай фуджин, хайна считается это лекарственный чай. Если это чай заваривать, внимание, первый раз это сливается, это чтобы промывать. Сливается, они считаются белые, грязные, надо помыть. Зеленый чай называется чай фуджин. Я положу 3 палочки, так быстро чай уже готовый. Если готовы, обязательно сразу чай и воды от дерева. Нельзя долго делать в воде, надо быстро заваривать. Смотрите, его цвет прозрачный, зеленый, да? Без хрени, без ничего, цвет так красиво. Хайнань считается чай долголетия. Это местный чай, посмотрите на меня, надо кушать. По-русски смаковать.
смотрите на меня, как вы кушаете. Внимание, смотрите на меня. Не стесняйтесь, вы русские многовати. Чем громче, тем вкуснее. Они зеленые. Называется чай и кукудин. А еще раз. Еще раз, внимание. Смотрите, цвет очень красиво. Зеленый чай. Внимание. Сначала выпейте горлодачи, потом едите зубы. А потом зубы. Побольше зеленые, тут у печени очищается и для зрения. Только в Хайнане называется этот чай Далгамедия. Зеленый, лечебный чай. Сделаем смаковать. Чем громче, тем вкуснее. Видели этот цвет листья? Посмотрите. Такой листья у меня распустился. Зеленый чай, они считаются, это листья, чем свежее, тем лучше, тем вкуснее, самые молодые. По вкусу не самые вкусные, самые-самые победные. Кого давление высокое, кого сахарный диабет человека. Надо листья прямо кушать, есть. 7-8 раз добавить, так я сам потом листья прямо кушать. Пусть это снижается высокое давление, снижается сахарный диабет. Если тебе давление нормально, только добавить для печени, для зрения. А кого давление высокое, надо листья кушать. Поняли, да? А для чая только тут здесь растет, называется чай Далгамедия. Дикий чай нигде нету. Хотя я долго держусь цвета прозрачной. Когда не хотите, обязательно вода вина, чай без воды. А для листья зеленые, они считаются листья чем свежее, тем лучше. А для листья все так молодые, дерево сверху листья собирает. Я только один надо, не надо сразу кушать полики. Надо 7-8 надо, потом если кушать. А для давления, а для сахарной диабета. А сейчас это будет, если на глаза, а тем будет сильнее. Это зеленый, запомните чай кудин. Называется чай Далгамедия. Еще уломаночный чай. Там бумажка нету. Бумажка нету, молочный улон. Знаете такой? Очень знаменитый, а это чай самый популярный. Называется улон молочный чай. Много девушек они любят. Когда они выйдут, здесь говорят, что это такой улон молочный чай. Вы думаете, какой чай любите? Зеленый или черный? Черный. Черный побольше, да? Черный. Тоже на вкус, на цвет товарищ нет. Зеленый, черный, тоже вкус, тоже балансный. Тоже идет. На вкус, товарищ нет. Молочный чай, бутон. Для губы там осязает и против аллергии. А то светлее, так и Вы дома, в день, в ту же семью,
до 8 раза. Несколько раз удавать возможно. Одевается по-другому, любого с белого взгляда. Сосредоточенный чай, жары. Угощайте гостей, кровь очищает и от бессонницы. На ночь не всегда бой, для спать помогает. Это хороший чай, не только напиток, просто возможно пить, профилактики, заболевания, для здоровья. Зеленый, черный, воздуха, прибавленная. Давай, мы с вами по вкусу я самый любимый такой чай. Внутри добавили порошок женьшень. Бирюзовый чай, по цвету, как зеленый, как черный. У кого руки-ноги холодные, обещаю хорошо стимулировать кровообращение. Обещать для кожи красота. Называется на мощница нимбелатора. Много девушек, они любят такой чай. Внутри женьшень. Женьшень благодарит и поговорки от стыда болезненная. Кто руки-ноги холодные для девушек, обещать буду стимулировать кровообращение. Только зеленый чай крутим, воды температура 90 градусов. Кроме воды, остальные надо температуру 100 градусов заваривать. Внутри женщин по-китайски поговорки от стыда болезненная. Для руки и ноги холодные. Как зеленый, как черный, я самый любимый такой чай. Кто руки ноги холодные и болеют так слабые, после еды для семечонки, для желудка. Понюшайте с утомлением. Вы дома удалите карту нормально, просто эффект функции. Китайцы, они постоянно пить чай, чай не только на вид. Именно чай хорошо профилактики, заболевания для здоровья. После наложницы врачов сделали тут, после сладкие, да? Так сделали, это именно женьшень. Женьшень по-китайски, поговорки, а всегда полезная. Сейчас мы будем пробовать последний чай, именно у Айла, черный чай. По вкусу я честно говорю, первый олень уж восток на ножнице имбирадала, по вкусу лучше. Уломолочный, который вкусный чай, знаменитый. Если полезный, самый знаменитый чай крутил. Вот это последний из Куайо черный, самый полезный, прессованный. Знаете, Куайо черный чай, плиточка прессованный. Это чай как вино, чем старше хранится, тем лучше, тем вкуснее. Очищайте кишечник, нам через сосуды холестерина живо убирает. Вы дома такая кусочка, сначала промывайте два раза сливается. Потом без воды поставите несколько пенек заваривайте. Сегодня через сутки еще заваривайте. Немножко кусочка, такая посуда, 10 и до 15 раз, без проблем. Особенно такая плиточка, дома каждый день не пьете, никогда не используется, хранить можно. Если часто пить такой, постоянно пить полтора года, без проблем, очень экономный. Вы любите ли черный чай, можно покупать, можно храниться, для себя обещать сильного богатства. Только два раза сливается, по цвету черный чай, для почек, очищает сосуды, холестерина, жира убирает. А этот чай, чем старше, тем дороже. У вас люди, они едят мясо, белком много, надо побольше черный чай, очищает кишечник, и холестерина для похудеть, жира убирает. Чем старше, тем дороже, тем вкуснее. Посмотрите его цвет, как вино. Можно с молоком, можно с лимоном. Вкус не нравится, можно добавить молоко, можно добавить лимон. А сейчас в кишечнике нам через сосуды и похудеть. Жир убирает. Когда дома готовили супа, борщ, мясо, лимон.
рыба, немножко кусочка чая прямо добавили, с супа с мясом вместе варить, супа вкуснее, а сейчас буду холестерина, чистить наш организм для почек. Называется мужской чай, для мужчины будет повышать водой для почек, очищать шлаки. Самый знаменитый, самый полезный чай, чем старше храниться, чем дороже, тем вкуснее. Вы дома просто поставите в комнате храниться для себя сильного богатства. Варка, а это черный чай. А сколько, ну, в смысле, выдержка самая большая? 4 года? Нет, сейчас мы пили такое, ему для храниться 9 лет. У нас есть 18-30, самый старый 50 лет. Чем старше будет, тем дороже, тем выше лечебные функции. Можно с молоком, можно с лимоном. Сейчас я буду заваривать с молоком. У вас зимой холодно, побольше с молоком лучше. От лага нам чистить сосуды и холестерином жира убираем от лага. Чем старше, тем дороже, тем вкуснее. У нас здесь молоко сухое из коровы. А когда ваш молоко свили, добавите свили молоко, добавили лимон, тоже можно. Холестерина для почек от лага нам 4 сосуды. Ваше зимой очень холодно. Много ваши люди едят мясо, пирог много. А для чая хорошо чистить наш организм, очищает шлаки. Для почек не похудеть. Почему хайнань люди, они худая стройна, полный человек мало. Они едят мясо мало, овощи фрукты, и они постоянно пьют чай и пьют. Давайте сейчас попробуем чай с молоком, еще попробуем нас конфеты. Черный чай. Без воды 2-3 дня, можно 10 и 15 раз. От лага, шлаки, почерка. Самый лечебный антисептуай. Такая плиточка, 1,5 года. Без срочной плиточки. Ходи, дорогая. А-а-а. Раньше была, теперь здорова. Тоже хорошая реклама. У китайского были, а теперь у кибетского. Центр. Да, да, именно так и есть. Ой, вот там интересный плитки, да? Как тебе пуэр? М? Пуэр как тебе? Ну, слабо заваренный. Ну, в смысле, он легкий у него какой-то. Ну, проливало практически. Румыния даже принесла уже пуэр. Там почухали вы ему животик? Видите, почухали.
Как я вам говорил, ПР хранится в таких специальных именах, но до этого он хранится в таких возвращенках, чтобы ни влага не попадала, запах сохранялся. Глиняные такие горшки. Покупаем все чайные листы, которые здесь могут использовать чай, но не все. Есть некоторые чайные листы, которые дома пригодны к чаю, но неправильно к ним отношение. В основном все эти картины сделаны из нефрита, но есть две. Вот что я имел в виду, когда будете чай, вам не понадобится ни пирожки, ни сахар, вообще ничего. Разница. Вчера говорили, как у Яровнева со 150, он говорил 6-летний. За 6-летний, да? 60, да. 50 тебе говорил, а потом женщина говорил 60. Ну какая разница? 290 и... 9 лет. Ну да, ну, на тройку даже, тем больше. Но это сколько сразу процентов возрастает? Ну если 60, 6-летний, а 190... Шестилетний там вчера мы стоили. 5-6 лет. Можно просто посмотреть. Уважаемые, осматриваемся. Через 7 минут, 5-7 минут давайте пофотографироваться. Встречаемся с вами внизу. Кто еще не знает, что такое молочный улун, подходим сюда. Просто поговорим, что чай можно пить просто так. Там есть ручки, интересно, можно покушать сразу. Иди становись уже драконом.